ты когда подготовку проходил? После мобилизации я проходил подготовку в Британии 35 дней. После я приехал в Житомир. Дальше мы там тоже делали определенную подготовку месяца два. А после Житомира мы приехали в Лиман. Расскажи, чего там в Британии вас учили, как двигаться там, передвигаться, что-то гулять. Учили передвижение, ночное передвижение. Тихо, ночное передвижение тактическое. Инструктора были британцы? Не только британские были инструктора, были инструктора и шотландцы, и из Дании. И что, как подготовку проходили? Чему обучались? Штурм зданий обучалось пару дней. Бегали по горах, стреляли немного. Шагам, да, как шаги слушать ночью. Да, ночное патрулирование. Ну, так по-украински, как по-российски.